читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры открыта книжно-иллюстративная выставка «Скромный труженик музыки», посвященная Сергею Танееву, композитору, пианисту, педагогу. Сергей Танеев – выдающийся музыкальный общественный деятель, педагог, пианист, первый в России ученый-музыковед, человек редких нравственных достоинств, был признанным авторитетом в культурной жизни своего времени. Европейски образованный, он мечтал овладеть всеми сокровищами европейской музыки и переосмыслить их на родной русской почве. Самое масштабное произведение Танеева – оперная трилогия «Аристея». В древнегреческой трагедии автор ищет вечное идеальное, то, что он всегда искал в искусстве. Опера и кантата «Иоанн Дамаскин» представлены на выставке клавиром и грампластинкой. Танеев является непревзойденным мастером мелодически разнообразного романса. Он полагал, что в вокальном произведении слово – главный художественный элемент. Именно поэтому для своих произведений он выбирает стихи таких поэтов, как Тютчев, Полонский, Бальмонт. Важная часть наследия Сергея Танеева – хоровая музыка. Композитор писал и духовную музыку. Не случайно его творчество заканчивается кантатой по прочтении псалма на стихи Хомякова. О всем этом рассказывают экспонаты выставки, ноты, аудиозаписи, грампластинки. Творчество композитора и сегодня вызывает интерес исследователей, в частности, монография Коваленко «Духовная тема в творчестве Танеева и ее воплощение в кантате по прочтении псалма». На выставке другие музыковедческие работы, журнальные статьи, посвященные жизни и творчеству великого композитора.